you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazon Roleplay, первый сервер. Мы не Кирилл Путбуль, и сегодня у нас новая серия про такси. И, как вы поняли по названию ролика, как я назвал ролик, в таксопарк завезли новые Мерседесы. Ну, как-то так я, наверное, назвал видос. Ну, короче, смотрите. Там просто их разобрали. Вот. Какая красотка просто. Чуваки, это мод я поставил на такси. Просто такое название придумал интересное. Просто охуенный Мерседес, реально. Я долго искал модель подходящую. Что может подойти на валящую Волгу? На большую валящую Волгу. Что может подойти? Только Мерседес. Только Мерседес. Сейчас давайте поздороваемся. Так. Так, серия. Только крутой Мерседес. Реально. Просто смотрите на этих красоточек. Просто. Модель очень качественная. Реально. Ничего лишнего нету. Никаких наклеечек. Просто такси. Просто расцветка. И просто такси. Просто. Я еще не ездил, на самом деле. Я установил. Ссылочку обязательно я оставлю в описании. Скачивайте. Я думаю, так атмосфере будет играть. Я реально что-то, как сказать, увлекся темой такси. Будет еще много крутых идей, много крутых роликов по такси. Обязательно поддержите меня лайками. Давайте просто много лайков наберем под этой серией. Реально, просто смотрите, ну, это, по-моему, S600, да? Не, это S600, да, это S500. То есть там 600 лошадок, здесь 500 лошадок. Давайте возьмем, в принципе, мой этот Mercedes. Смотрите, какой он качественный. Просто. До безумия, реально. Фары включаем и поехали. Просто поехали. Эти фары, видите, что-то не видно, что светят. Вот пожочек один есть в этом. Так, да, я проеду, чувак. Кстати, сервер что-то немного подлагивает, но думаю, это, в принципе, нормально. Да, бах есть только с фарами. Видите, передние фары, они как бы не отсвечивают именно. Как обычная тачка, но думаю, в этом ничего страшного, в принципе, нету. Вы все равно не едете вот так вот постоянно на фары, вы же не смотрите, в принципе. Давайте сейчас отъедем и подробно посмотрим, что у него под капотом, что у него в багажнике. Очень крутой Мерседес, на самом деле, я советую вам установить. Номера видели какие? Сейчас, секунду, я открою капот, багажник. Вот так вот. Просто смотрите на номера. Это Мерседес, видите, МБ, это означает Мерседес 500, это модель S, 500CS. Очень качественная моделька, очень прикольная. Что у нас под капотом находится? Под капотом здесь тоже все охрененно. Просто все охренительно, реально. Просто посмотрите на это. Просто круто, реально. Просто моделька очень качественная, выхлоп прям четко подобран под эту машину. Диски тоже хорошие. Вот эта расцветка серо-желтая тоже прикольная, мне нравится. Салон. Смотрите на салон просто. Просто кайф. Реально, устанавливайте себе, в принципе, можете или через GTA Crazy, или через автоустановку установить. Это именно подходит сразу на модель Волги, если что. Вот так все выглядит. Очень круто. Очень классно. С вас обязательно лукасы просто. Лукасы, подписочка, кто не подписан. Давайте закроем все двери и, в принципе, поедем. Багажник. Багажник у нас тут надпись, видите. Что-то я залез, малёха, высоко, да? Вот. У нас, видите, надпись. Ну, не надпись, а знак, типа. И багажник вот такой вот. Все, садимся в машину и поехали возить людей. Я просто реально желаниями загорелся, блин, просто этими таксишками. Я реально кайфую от них, серьезно. Я вот не сели, даже работаю иногда. Так, поехали. На спаун по стандарту поедем. Ну как он смотрится просто, смотрите. Как же он смотрится классно. Или фары горят, мне кажется. По-моему, они горят, стоп. Да, они загораются, просто они не отсвечивают очень сильно. Они как бы просто загораются. Ну смотри, как Мерседес просто выглядит. Вот так кайфово выглядит Мерседес просто. Так, все, поехали. В принципе, сейчас поедем, будем возить людей. Буду принимать вызовы. Так, Каллинг, по-моему, там. Каллинг. На данный момент нет вызовов. Ну ладно, поехали тогда на спаун по стандарту.
Я думаю, модель прям подогнана идеально просто. Как бы Волга валит еще, как бы, ну кабан вообще, ну, он не очень быстрый, но под это такси, под Волгу, какая едет 117 километров, она прям подходит идеально, этот Мерс. Серьезно. Я хотел, конечно, найти BMW, но не нашел BMW. Были другие Mercedes, но я решил что-то старенькое, знаете, взять. Не какую-то там супер иномарку, а именно что-то такое старенькое, прикольненькое. Как вот эта красавица, в принципе. Я ее нашел, ну, искал где-то полчаса нормальную модельку, чтобы поставить. И вот нашел этот Mercedes. И долго думал, у меня там выбор был, но вы это все увидите в другой серии. В принципе, идей много, как я и говорил. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Кстати, вот еще Mercedes стоит. Это мой, кстати, или нет? Нет, это не мой, это по 400. Вон еще Mercedes стоит. Ну, таксишек до хера, на самом деле. Так. Чувак пиздит. Так. Чувак на Ямахе приехал. Сейчас попробуем увидеть, будет мне машину. А, не. А, куда тебе? Куда тебе? Не, чувак к нам сел и решил поехать с нами. На Мерседесе такой сел деловой прям. До юшки. А, хорошо. Так, что, он с нами поедет или не? Не, он пешком. Ну ладно, поехали до юшки тогда. Отвезем его. Ну блин, он... Жалко, он не видит Мерседес. Что он выпрыгнул? Он случайно выпрыгнул или что? Или его выкидывают, у него денег что ли нету? Так, он еще, видите, у нас опускается, когда газует немножко. Не, ну, ну заменка очень кайфовая, я думаю. Фонтпаки себе добавить, то было бы круто. Есть, конечно, косячок, вот, еще один. Это, видите, вот эта полоса желтая. Ну, блин, ее не сильно видно, в принципе. Да, она как-то вписывается, в принципе, в Мерседес как-то. Поэтому все четко. Блин, ну Мерсик охрененный. Просто реально кайф. Блин, реально, просто кайфую. Пару скриншотов сделаем. Все, погнали. Реально, блин. S500 и прям таксишка. Ух ты, нихера себе там полетел, чувак. Так, что ты меня стреляешь, придурок? Да как таких, блядь? Мир носит просто. Блять, забанить бы его нахуй. Такого придурка. Взял мне тачку, расстрелял. Ну дебил, что я могу сказать. Ну мы же по ДД соблюдаем обязательно, как бы. Поэтому не будем нарушать. А с какого уровня в такси устроиться? Третий. Кстати, на вокзале... Чё-чё? До ДПС. Блин, ну я чувака уже везу, ладно, не буду я вызов принимать. Уже когда чувака довезу, потому что, как бы, ну, я ж не буду разворачиваться. Надо сначала первого клиента отвезти, потом уже с другими ездить, как бы. А то так без ничего я останусь, если поеду затем устроиться с третьего, я ж писал, чувак. Так, мы уже заезжаем в Южный, тут чё, блин, дальнобойщик полетел. Клубу, окей. Это, наверное, 8-бит клуб, там, в принципе, другого нету. Блин, ну как же круто ехать на таком Мерседесе. Реально, кайфово. Так, да я проеду, блин. Так, давайте сейчас пропустим. Давайте обгоним его, пока есть такая возможность. Так, механик. Что-то сервак немного, кстати, подлагивает, но думаю, ничего в этом страшного нету. Алекс Самощин. Сейчас подвезем его к клубу. И заработаем наши денежки. Спасибо тебе, чувак. Ты прям вовремя выехал, я тебе скажу. Прям четко по встречке надо ехать. Прям красавчик. Вот мы и приехали, короче. И он ушел в АФК, лол. Приехали. Удачи. Все, в принципе, мы его подвезли. Теперь, может, не знаю, можно к водолазам съездить. Может, там кому-то нужно такси. Тут уже какой-то такси стоит. Кстати, мое такси. Лол, в натуре. Ну тут, я думаю, никому такси не нужно. Так, давайте заедем аккуратненько. Оп. На Мерседесике. Нет, думаю, никому ничего не надо, в принципе.
Ладно, давайте тогда поедем куда-то на другое место, либо будем ждать вызова. Чувак подошел ко мне и написал: захвати меня, лол. Хорошо. Погнали, чё. Едем до казино Арзамаса, он попросил подвезти его. Сказал: быстро, быстро, сейчас включаем нашу мощь. Нам, нас, по-моему, что у нас, это V6 или V8? Не, наверное, V8 стоит, я так думаю. Хотя, хрен его знает, короче, ладно. Сейчас тулим на нашем Мерседесе. Хотя, он, видишь, это Волга, но мы-то знаем, откуда корни растут, там, не знаю. У нас там Мерседес, в принципе. Хотя, если все, кто посмотрит видос, установят этот Мерседес, я думаю, это будет круто. Повторю, ссылка на Мерс будет, если что, в описании. Сможете скачать, вот там есть автоустановка, и можете сами установить, там, через архив, через Итакрейзи, кто не хочет через установку, через автоустановку. Так что там все легко, в принципе, там все написано, все рассказано. Просто выбирайте папку с игрой, нажимаете установить, если через автоустановку, а через GTA Crazy, скачиваете GTA Crazy, потом заходите, выбираете модпак, потом просто нажимаете добавить замены, находите архив, скачиваете просто и выбираете и заменяете, и все. Ну, в принципе, я делал через GTA Crazy, как-то через автоустановку не хотел это делать, и все, выйти, нормально работает. Так, мы уже заехали в Арзамас, сейчас чуть-чуть осталось, надо будет Мерседес заправить, потому что бензина мало, 18 литров. Блин, хреново, что в таксопарке дается всего лишь 50 литров бензина, потому что его хватает, ну, буквально съездить круг по карте и все. Далеко вам вы не уедете с таким топливом. Как-то Волга до хрена жрет на самом деле, что-то. Так, зеленый, поехали, сейчас отвезем чувака в казино и... не знаю, может еще какой-то вызов примем, если что-то будет заказывать. Или хрен его знает. Так, зеленый. И почти довезли уже его до казино. Сейчас будет все четко. Так, съезжаем. Прям подвезу его прямо в казино. Так, окей. Все. Разворачиваемся и поехали искать новые приключения, новых клиентов. Я не знаю, блин. Кстати, видите, в Арзамасе вообще, ну, тачки не берут никто. У меня вот, у меня вообще там сколько? Ну, мало осталось. Две штуки, по-моему, у меня всего лишь осталось. Всего их 6, по-моему. Ну, у меня, конечно, проезд я маленький поставил. Так, давайте заправимся, я думаю, сначала. Не, ну как же кайфовая работа на таком Мерседесе, прям. Блин, я реально просто кайфую. Я предыдущую серию называл «Просто кайфую», я обратно «Просто кайфую». От этой работы. Я не хочу, чтобы, типа, вы подумали, что я вот вас зазываю, то, что вы работали у меня в такси, там, и так далее. Я просто реально кайфую. Вы, думаю, сами это по видосу видите, не знаю, блин. Но я реально кайфую от этой работы. Я получаю наслаждение. И видите, если бы я хотел бабки заработать, я поставил бы 500, как бы. Я владею этим таксопарком. Кто не знает, вот. Я владею этим таксопарком. Я могу поставить цену хоть 500, там, 400. Ну, больше 500 ставить нельзя, но могу. Как бы я не навалюсь, я просто, мне нравится ездить. Мне нравится возить людей, мне нравится забирать их. Мне нравится им помогать. Мне нравится просто работать. Рыжик, вот такси надо? Или не? Будешь садиться, че не? Куда? Куда? Куда тебе, чувак? Видите, ну, за 100 рублей вот так... Подъезжайте просто, люди сами садятся. Ой, дебилушка, сука, тупой нахуй. Кретин, сука, ебанат, ебаный. Сорян за мат, но реально, блин. Как можно быть таким... Я вот реально ушел от того, чтобы он меня не резаться, он наоборот, сука, поехал. Хорошо. Он наоборот выехал, чтобы я в него врезался. Жалко не видеть никто мой Мерседес. Это было бы реально охрененно. Если бы все его видели. Все, сейчас везем чувака на шахту. В принципе, так, красный. Соблюдаем ПДД обязательно. Вот реально, вот хочется, даже когда работаешь в такси, хочется ПДД соблюдать, реально. Я когда на БМВ ебашу, ну, как бы, ну, бывает такое, хочется там на красный, иногда проезжаю, когда есть возможность. Ну, блин, я вам, конечно, не хочу, чтобы вы тоже, ну, нарушали ПДД, как бы, но когда я в такси работаю, реально, я не могу не нарушать. Ну, короче, нарушать ПДД не могу. Чё? Вы заработали. Чё, выкинуло или чё?
Ладно, давайте просто мы поможем. Так, пай 271 500 рублей. Садись быстрее, лол. Садись, пока я тебя довезу быстрее. Сегодня деньги закончились, я ему немного помогу. Чуть-чуть ему поможем, чтобы он смог доехать до шахты хотя бы. Так, давайте еще ему 500 дадим, чтобы он точно игрок. Че? А че не могу деньги ему дать? Ой, я на красном случайно проехал. Сорян. Просто деньги ему передавал и завтыкал. Так, ну а так я соблюдаю ПДД, стараюсь точнее соблюдать. Я ему дал денег, чтобы он смог хотя бы доехать. Я думаю, он доедет в принципе. Видите, ну, я не хочу навариться на людях, я не хочу заработать много денег. Я просто работаю для души, мне это по кайфу. Мне по кайфу это работает. Реально, для меня сейчас это самая лучшая работа на сервере. Не за прибыль, а именно для души, для кайфа. Для меня это самая лучшая работа, тем более на таком Мерседесе. Реально. На таком Мерседесе вообще, ну, охрененно. Пай, айди, сумма. Чуваку поможем, походу это новичок, только сегодня зашел, 271, какой у него уровень? 271, и у него, а не, у него второй уровень, в принципе, не первый день, думаю, играет, хотя может только с утра играет, просто уже успел левел себе до второго прокачать, как бы, на Мерсе так боком только что вообще четко зашел, конечно. Так, мы уже Батырева, я стою на светофоре. Чтобы довести до шахты, в принципе, тут понты остались, по идее. Как бы, блин, ну как же этот Мерседес пиздато просто смотрится. Реально, заменка очень хорошая. Так, на желтый проезжаем быстренько. Вот, выровнялись, блин, вообще. У меня 2К было, короче, я пошел за тёлкой, она типа поебаться позвала, а потом... А потом я слетел откуда-то и попал в больницу. Ну, не надо ходить ебаться, с кем попало, чувак. Конечно, блин. Еще тут... А, я не туда поехал, стоп. Так, сейчас. Я не туда поехал, чувак. Так. Удачи. В принципе, я в плюс не ушел, но зато помог человеку, в принципе, доехать. Таксисты тоже люди, как бы, лол. Ну что ж, думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на CRI, ждите новых серий, скачайте себе эту модельку. Ссылку на нее я оставлю в описании обязательно. Так что вы сможете все, в принципе, ее скачать спокойно. Ну, на этом все, всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.